парі матч та металіст 19-25 заряджені перемагати. И я, и команда, мы все одно целое настроены на эту игру. У нас, значит, была большая пауза, вы знаете. Вот мы ее заполнили контрольной игрой с Ворской Полтавой. Иногда и в двухразовом режиме тренировались. Вот. Ну, смоделировали несколько ситуаций, как противостоять Динамо Киев. Для нас хорошая проверка сыграть с чемпионом нашей страны. Это, конечно, мотивирует и подстегивает. Ну, показать игру на фоне такого соперника, достойную игру.